Вечер в хату. Ой, извиняюсь, вечер холодный, уважаемые ютубчане. Уважаемые граждане Ютуба, дорогие друзья, время нас приближает к новому 2020 году. Полный насыщенный декабрь у нас был. Уточняли планы на будущее. Готовились к праздникам. А сейчас с волнением, ждем. Видим восторженные глаза. Да, мы чувствуем, как все рады. Вся семья в этой минуте вместе. Сердце согрето, немножко этим делом. И приходит новогоднее волшебство. А это все создает наша щедрость. Донаты на Ютубе. Когда мы поддерживаем тех, которые нуждаются. И действительно, милосердие это откликается добром всегда. Дарит всегда радость, тепло и плюс 40. У каждого сейчас свои ожидания, но по большому счету все хотят, чтобы у всех было подписчиков много и чтобы все было мирно и не было хейтеров. Обязательно все сбудется и все хотят, чтобы сбылось. Мы как в детстве загадываем желания и ждем удачи, и пусть они будут. Но все же мы точно знаем, что чтобы добиться лучшего для всего, для родной страны, мы все только можем собственными силами. Нам предстоит решить в экономике, в науке, в технологиях, все образование и, главное, шаг за шагом повышать качество жизни. Чтобы все граждане Ютуба и все, чтобы почувствовали перемены к лучшему. Делаем мы только это вместе. И не будет, если мы не будем вместе. Мы должны быть сплоченной единой командой. И пусть дружба и добрая надежда, которые объединяют всех в Ютубе сейчас, помогают в работе, в будущем, в общих целях. Дорогие друзья, всего несколько секунд отделяют от нового года. Давайте пожелаем счастья всем и держите район. С Новым годом от канала «По приколу».